Ну а прямо сейчас обзор событий парламентской недели. Рубрика «Новости». Насыщенным получилось на этой неделе заседание Комитета по бюджету и экономической политике. Его участники, помимо текущих рабочих вопросов, заслушали отчеты Счетной палаты сразу по трем направлениям. Обсуждалась деятельность в сфере расходования бюджетных средств с 2010 по 2012 годы двух краевых министерств – здравоохранения и транспорта. К деятельности медиков у депутатов особых претензий не возникло, хотя и в их работе Счетная палата заметила несколько недочетов. А вот к транспортникам претензий было гораздо больше. Много вопросов вызвала деятельность в 2010 году предприятия «Красавия», которое получило бюджетные деньги на осуществление пассажирских перевозок в районы Крайнего Севера. Счетная палата выявила несколько случаев нарушения действующего законодательства и неэффективного расходования средств. Активно обсуждалась и деятельность государственного предприятия «Красдео», где тоже оказалось много проблем. Впрочем, по итогу заседания, после выступлений руководителей профильных ведомств, большинство спорных вопросов удалось решить или наметить пути их решения. Есть темы, которые мы не закрываем, и они уже прозвучали сегодня, и есть темы, которые остаются на перспективу. То есть после таких разговоров мы оставляем за собой право еще проконтролировать решение этих тем. И должен сказать, что отраслевое министерство с пониманием относится к этим вопросам, реагирует адекватно, подготавливает документы, но, может быть, где-то, чтобы они еще раз не самоуспокаивались, а контроль Счетной палаты за ходом представленных материалов по результатам проверки обязательно еще будет обсуждаться.